Блин. Она сейчас развернется и побежит. Вот смотри, вангую. Так. Далее, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем историю Генри Бишопа, часть номер вторая. В предыдущей серии мы, короче, увидели пацаненка, который за нами бегает на улице. На улице мы нашли служанку, которая писала в дневнике, что ее, короче, убил местный хозяин какой-то, дед сумасшедший, непонятно. Ну а ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, обязательно нажимай на колокольчики. Короче, поехали дальше страшиться. А у нас нету никакого оружия, у нас должен быть появиться молоток, бита и, собственно, дробовик. У нас есть вантус, у нас есть ключ. Ключ от дома. Вантус. Для очистки засоров. Старый вантус, попрошу, ты забыл сказать. Хорошо, поехали. На первом этаже мы везде были, пойдемте на второй. Где-то здесь ходит злая хрень. Очень злая хрень где-то здесь ходит. Опять начало вот с этими. Опять началось, да? Рисунок семьи, но кто это стоит рядом? То есть вот эта семья и рядом уже какой-то демон. Это, возможно, служанка как раз. Хотя вряд ли. Ну ладно. У нас еще есть сейф. У нас есть сейф, который мы не можем никак, получается, открыть. Нам нужен где-то пароль. Игрушечный прицеп должно быть от паровоза. Ну логично. Самолет. У меня в детстве был такой же. У меня, кстати, такого не было. У меня был металлический самолетик. Это, знаешь, из конструктора металлического строили. И как-то так это было. Сундук заперт. Сундук заперт. А ключ нужен. Хорошо. Так, опять Мишка Тедди, изрядно... Кстати, это, скорее всего, та же комната из начала. То есть, начало это нам показали предысторию. Что за жуткая тварь? А мы ее видели. В самом начале она ходила, там баба в такой маске и с ножом. Ясно. Кубики. Детские кубики с цифрами. 2, 5, 3, 4, 6, 1. Они, я так понимаю, все одинаковые. Тут очень плохо настроена вот эта кликабельность, момент кликабельности. Вот этот нужный, так сказать, пиксель, который кликать нужно. Его очень сложно подобрать. Игрушечный паровоз, но мне сейчас не до игр. Ну да. Ах, у меня же есть фонарик. Я опять забыл про фонарик. Вроде ничего злого я не слышу. В комментарии писали, кстати, что это баг у дверей в этой игре, и этот баг до сих пор не... Короче, двери сами по себе живут, говорили. Ахахах! Страшно. Так, пойдем с другой стороны. А, ну не страшно. А, вантус нам тут надо использовать где-то, да? Что вы двери сами по себе живете? Вот в этой игре страшнее дверей нет ничего, на самом деле. Так, унитаз использовать вантус. Чем-то забит. Так чем забит? Вантусом сейчас прочистим. Звезда, вряд ли она принадлежит самураю. Логично. Самураев здесь не замечен. Но это звездочка кидать. Либо это куда-то надо что-то вставить. Тихо! Слышишь? Там кто-то это... Шаманские какие-то эти заклинания произносит. Вот там, в комнате слева. Вот здесь вот. Что так страшно-то? Стинка нафиг! Ах ты! Проклятый граммофон! Ёпарасоте! Ааа, он жрёт меня! Нужно срочно валить отсюда! Кто ты такой? Двери открываются сами по себе. А ты кто, чувак? Ну он не стр... Я понял, все, я понял, выхожу. Он не такой страшный, но это... Ты видишь? Вон, смотри, хрень какая стоит огромная. Я не хочу туда идти. Можно я в дом вернусь? Вон он, смотри, стоит огромный. И что вы мне хотите с ним приказываете сделать?
краб. Это краба-рак. Рака-краб. О, тихо, тихо. И куда он ушел? Что такое? А, я подгорел. У меня 50 хп осталось. Ты куда? Я не могу уйти. Где-то там в лесу ходит эта жуткая тварь. Понял. И что мне делать? В доме наркоман какой-то огромный. Там какое-то существо огромное. Но у него руки как клешни были огромные. То есть он нам сломал машину. Мы теперь отсюда не сможем уехать. Бабенка там? Дверь заперта. Возможно, ключ находится в доме. Так в доме этот маньяк ходит. Злой, страшный. Горит. Она же взорваться так-то должна. Жалко машину. Я так понимаю, надо вернуться. Блин, он сейчас за нами бегать будет. Где вот он? И где он? Пацан страшный. Или он нас просто напугал? Да ты-то зачем открываешься? Да не открывайся, дверь дурацкая. Тут можно было спрятаться, но это одежда. Это, скорее всего, хозяйки дома. Имень жуткая. Здорово, пацан. А эта кукла как будто следит за мной. Ох уж эти двери, а. Вот это, судя по всему, девочка сама. О, это самое начало игры. Подожди, а где подвал? Эй, там вот здесь подвал был в самом начале игры. То есть вот здесь не хватало тонармы. Я забегаю, просто забегаю, быстро. Что за звуки? Часы где-то. Где часы? А, вот часы. А они не идут, это фейк. Что за фейк звук? Они не идут. Радиоприемник, он не работает. Мы такой же видели. А нет, мы не такой видели, там немножко другой был. Я не понимаю. DR3, короче. Здесь нет пластинки. А пластинка там, на том граммов. Лопата? Зачем? Это оружие? Нет. Лопата. Лопата, логично. Этот телефон давно не платили, он отключен. Подожди, а у него даже провода нет питания. У него вот здесь провод питания должен быть. И чё? Здесь нет пластинки. Звезда. Ах. Вряд ли она принадлежит самураю. У нас есть звездочка, лопата. И лопата. И где-то чувак, который бегает за нами. Так, получается, у нас внизу есть... аптечку бы, кстати, если тут вообще существуют аптечки. У нас внизу есть... вот здесь вот. Сейф. Здесь сейф. Двери живут своей жизнью, короче, вообще. Вот здесь есть сейф. 4 цифры на этом сейфе. Никаких подсказок по сейфу нет абсолютно. Но мы уже в предыдущей серии выяснили, что хозяин дома капитан дальнего плавания. Он что-то шаманил, ездил зачем-то вот к этим инкам или ацтекам, я не знаю. Вот приобрел вот эти куклы вуду всякие, вот эту вудуистику страшную. Возможно, он наслал как раз всех этих демонов на свою беду. То есть он читал какие-то заклинания вот там на пластинке, то, что было. И просто здесь начали появляться демоны. Здесь мы Вантус подобрали. Там пацан был. Или девчонка. Это я, по-моему, все открывал. Тут, короче, сохранение происходит только в моменты, когда ты выходишь, ну, в момент загрузки. Так, здесь мы, по-моему, все делали. Но оно просто все закрылось, потому...
Так, Библию мы смотрели. Жутенько очень. Без фонарика вообще жутко. Опа. Дип. Глубина. Закрытая, не пускает. Дип. Ну, дип это глубина. Дно. Бездна. Вот здесь шкатулка есть. Лопатой может ее открыть. Сундук заперт. А, вон! Там это, там сундук звездочку заперт. Надо вставить. Карта сокровищ. Карта. Так, вот это... Блин, мышку тут вам не видно. Короче, это где-то в углу у этого... В углу где-то. Вот около фонтана со львом. Окей. Пойдем. А нафига... А зачем нас выгоняли на улицу, если мы на улице ничего не могли сделать? Зачем нас выгоняли вот сюда, показать нам этого монстра? Какие-то кошмары, да? Где-то здесь, около камня. Вот. Так, включи фонарик. Это то самое место, что отмечено на карте. Ну, естественно. А без карты клад. А без карты я, получается, не мог это никак увидеть и узнать. Что так громко? Очень громко. Потише сделаю немножко. Настроила, кстати, графику, видишь, не лагает больше. Мне там пару советов дали. Все получилось, кстати. А, я следил за отцом и знаю его секретный код. Как только он уедет, я обязательно доберусь до сокровищ. Синий, фиолетовый, зеленый, зеленый. Это в детской. Подожди, синий, фиолетовый, зеленый, зеленый. Это в детской комнате на кубиках были. Понял? Ладно. То есть нам надо сейчас в детскую идти. Мне бы еще аптечку на самом деле, потому что у меня 50 хп, это на 2 удара. Тут в среднем один удар идет 20-25 хп, я уже заметил. Так, это... Ага, в детскую надо сходить. Детская это... Вот здесь. Почему он фонарик постоянно... Нет, это не здесь. Почему он фонарик... Это вот здесь. Почему он постоянно фонарик... Да это не здесь. Почему он постоянно фонарик выключает, я не понимаю. Так, это вот здесь. Так, как там? Синий, фиолетовый, зеленый, зеленый. 4. 5. 2, 2. 4, 5, 2, 2. Да, дурацкие двери! 4, 5, 2, 2. 4, 5, 2, 2. 4, 5, 2, 2. 4, 5, 2, 2. 4, 5, 2, 2. 4, 5. А! Мимо. 2, 2. Ключ. Дневник хозяина дома. Старый рыбак Билли видел меня у озера, видел, как я провожу опыты над мертвыми животными. Я не мог ему позволить рассказать всем о моих экспериментах. Эти деревенщины сочтут меня сумасшедшим. Они будут шептаться за моей спиной, пока не возьмут вилы и факелы и не придут к порогу моего дома. Я не мог допустить, чтобы моя семья подверглась нападкам местных жителей. Они и так что-то подозревают и вынюхивают с тех пор, как мы переехали в этот дом. Мой корабль уже давно не выходил в открытое море. Прошло уже долгих 20 лет с тех пор, как тебя не стало. Но не было и дня, чтобы я не вспомнил о тебе, моя дорогая младшая сестренка. Это все ради тебя, и я не мог так рисковать, да простит меня Господь. После инъекции, которую я купил на черном рынке у китайских ученых, труп собаки подавал признаки жизни, но было чувство, что ожившими были только лишь нервные клетки. Она шевелилась и пыталась встать на лапы, но глаза ее по-прежнему были мертвы. Через 2 часа признаки жизни исчезли, животное окончательно умерло. Даже если мне удастся оживить мертвое тело, то какой в этом смысл, если тело Алисы уже давно истлело в могиле? Мне нужно добраться в самую суть, дотянуться до ее души. Я пока не знаю, к чему я приду, но верю, что двигаюсь в правильном направлении, несмотря на нападки моей жены, которая заявляет, что я сошел с ума. Я перепробовал все, что можно. Наука бессильна в оживлении мертвых. Все известные экстрасенсы оказали, что... Все известные экстрасенсы оказались шарлатанами, они ничем не могут мне помочь. Ох, Алисия, моя малышка. Алисия, как мне тебя не хватает. Я чувствую горечь вины из-за твоей смерти, и с годами я стал грустить еще больше. Я часто представляю, какой бы ты могла быть здесь, сейчас, взрослая, красивая. Представляю, как мы приезжаем друг к другу в гости, собирается семья, а наши дети играют на заднем дворе. Я не могу отступить, только не сейчас. Слишком много лет было потрачено на то, чтобы найти способ. Я чувствую, что истина уже рядом.
Сегодня был в гостях у своего старого приятеля Джорджа Донована. Он работает археологом и рассказал мне весьма интересную историю. Якобы в Африке есть дикое племя Мансу, вокруг которого ходит много мистических слухов и небылиц. Он поведал мне о том, что они поклоняются какому-то древнему божеству по имени Кулунгу. Говорят, что они способны оживлять мертвецов, и коллега Джорджа был тому свидетелем. Неужели это правда? И спустя столько лет моих поисков я все-таки смог найти хоть какую-то зацепку. Нужно срочно снимать корабль с якоря. Мой путь лежит в Африку. Мое путешествие в Африку увенчалось успехом. Мне удалось найти древнее племя Мансу. Сначала шаман отказался помогать мне. Но даже в диких странах, как и в цивилизованном мире, деньги решают все. За мои щедрые дары мне удалось уговорить шамана научить меня магии вуду. Черной магии. Увы, мой диалект не позволяет мне правильно произнести заклинания, поэтому мне пришлось все его обряды записать на виниловые пластинки. Теперь у меня есть древние заклинания, которые помогут дотянуться до мертвой души, но чтобы завершить ритуал, мне нужна жертва. Тело для переселения души. Алисия, я думаю, тело Элизабет тебе прекрасно подойдет, но для удачного завершения ритуала Элизабет придется пройти испытание, чтобы найти душу Алисии, и это меня пугает. Все готово, сегодня все случится. Алисия вернется ко мне в облике Элизабет. Сестра, сегодня мы воссоединимся. Столько лет прошло с того ужасного дня, но вопреки всему я верил, что это когда-нибудь произойдет. Надеюсь, Элизабет ничего не почувствует, ведь в молоке, которое я принес ей перед сном, было сильно действующее снотворное из африканского корня суман. Спи сладко. Элизабет, ты была хорошей служанкой, ты была ласковой с детьми и весьма обходительна со мной. Мне правда жаль, что мне придется это сделать, прости меня, но иначе я не могу. Короче, я понял. У деда, у этого, который здесь мореплаватель, видимо, умерла сестра. И он пытается ее как-то оживить. То есть он пытался сперва на собаках, потом вот на служанке, которую он запер в этом. Ну, это либо ее призрак, либо она стала тоже вот таким этим зомби, которая во дворе. Ну окей. Жутенько. А, ключ. Ржавый ключ, возможно, использовали вне дома, но, естественно, это от служанки ключ. Нафиг. Лучше, знаешь, не задерживаться здесь лишний раз, потому что жутко. Обстановка очень жуткая. Загрузки, кстати, моментально вообще стали прекрасны. Эй, Элизабет! Элизабет, я сейчас открою. Дверь заперта. Возможно, ключ находится в доме. Эй, а куда ты делась? А почему ты выключаешь постоянно фонарик? Ломик беру. Half-Life начинается. Человеческий череп. Вот целый уже радует. Чертежи какие. Но это стандартный чертеж ступицы большой звездочки. Это не. Ну ладно, хорошо. Это стандартный чертеж из, там, не знаю, из компаса. Ну? Ящик заколочен гвоздями. Это руками упал. Открыть не получится. И там сейчас труп. Ну конечно. Это настоящие кости. Да ладно, это настоящие кости, а вот череп! Почему ты не испугался, как череп увидел? Виниловая пластинка. Так, это пластинки с заклинаниями. То есть дед записал на пластинке заклинания, чтобы оживлять трупы. Дед сумасшедший. Ах, что такое? Ах, ты кто такой? Мать, перемать. Вы кто такие? Идите нафиг, я вас не звал. Ой, короче. Меня... Ах, да зайди! Меня заведомо постоянно... То выгоняют из дома, то загоняют в дом. Это, видимо, специально скриптово так сделано. Так, что мне надо? Пластинку послушать. Ага. Так, я сейчас включу пластинку, и оживет опять какой-нибудь монстр. Потому что первый раз, в самом начале игры, когда мы включили пластинку, за нами появилась эта страшная бабенка, короче, с ножом. Сейчас здесь бегает какой-то дурачок без половины лица. То есть, если мы сейчас послушаем эту пластинку, кто-то опять оживет. Возможно, парень тот молодой. Не исключено. А, не здесь. То есть, мы сами сейчас включим пластинку и возродим какое-то зомби. Здесь нет пластинки. Да, вот эти заклинания, которые он записал на пластинке. Фу, блин, это я! Я испугался! Ну, конечно, вот она и бабенка. Что за... Тихо! Блин, у меня и так хп не было! Чё ты меня бьешь? А, так это вот начало игры. То есть мы начали с этого момента, в самом начале игры. Нас как раз... Мы лежали, и эта бабенка куда-то ушла.
Но получается, дом изменился, потому что там был вход в подвал. Дом другой был. Потому что мы выходили из этой комнаты со шкафами, сразу был напротив вход в подвал. Там еще парень за нами бегал. Вот этот вот. Вот, все, начало игры. Фонарик-то будет у нас сейчас? И вот сейчас она должна мимо пройти. Ну да, вот она. Она подумала, нас зарезала, а не тут-то было. Не тут-то было, мы живые. Живее всех живых. Получается, да, это было предисловие. А, это вообще другая комната. Здесь, опять же, по-прежнему можно прятаться, да? Ну да. Она вниз ушла, да? Ну, здесь парень был. И квартира совершенно другая была. Я надеюсь, ее слышно. Ой! Ты кто? Ит? Так откройся. Здравствуйте. Клоун. Цирковая девочка. Ит? Тут что? А, и все, да? Это. Ой, вот эта штука должна скримарнуть по логике вещей, потому что это Jack in the Box. Это... Детская игрушка, вряд ли она сможет кого-то напугать. Ну ладно, я думал, тут скримачок будет. Подушкой? Ничего нет. Ну, а куда-то ушла, получается. Музыка появилась. Похоже на какую-то подсказку. Старый граммофон. И мне кажется, он не работает. Чё там? А, нож, думал. Эта кукла как будто следит за мной. Да ничего она не следит, чё ты врёшь? Эта кукла как будто следит за мной. Нужно починить граммофон, и он даст нам ключ. Да, ты нам дашь ключ? Эта кукла как будто следит за мной. Где у тебя ключ? Непонятно. Так, а чё, а как его починить, если он не работает? Старый граммофон. И мне кажется, он не работает. Все на месте. Тонарма есть. Ручка-заводилка есть. Граммофон сам есть. Пластинка даже есть. Что не так? Старый граммофон. И мне кажется, он не работает. Ладно. Я так не хочу вниз. Там этот парень был. Сейчас там эта бабёнка ходит с ножом. А вот и она, собственно. Как же мне выбраться из этого места? Да я сам без понятия. Я даже не знаю, зачем ты сюда... А, он же это, риэлтор. Он же риэлтор, он же пытался продать этот дом. Поэтому он приехал сюда. А где шкаф, в котором мы прятались? Ясно. Не ссы, я сам боюсь. Ой, тут я помню, как выскочил этот парень, я чуть не обоссялся. О, кстати, сохранение, это неплохо. Опа, молоточек дай. Дай молоток. Молоток можно использовать как оружие, прекрасно. Как тебя взять? Как тебя взять? Настройки, управление. А, мне, кстати, писали про хроматические аберрации, это, короче... Эффект, когда, знаешь, типа старой картинки, все такое, бла-бла-бла-бла, вот такое вот. А как оружие взять? Вот. Ой, какой долгий замах. Очень долгий замах. Так, тут тетенька была. Да, она все еще висит. Кстати, дяденька, по-моему, а не тетенька. В этой плите есть отверстие. Где? В этой плите есть отверстие. Я не вижу никакого отверстия. Мозги опять лежат. Ну, короче, вот отсюда выскочил в тот раз пацан. Дверь заперта. Окей. Здесь можно будет прятаться. А, здравствуйте, тут проходит какой-то ритуал, да? Добрый день. У одного из манекенов отсутствуют руки. Ну, так вот, у этого... Оторвите. Ты олень, блин. Высокогорный. Зачем тебе вставили так?
Так, что у вас здесь происходит за сатанинские штучки? Кто эти люди все? Что за сатанинские мероприятия у вас здесь происходят? На всякий случай, не знаю. Тут так сложно с превьюхами, на самом деле. Блин, я вот как раз так же смотрел Соната, да. И парень оттуда выскочил. Так, руки ищем. Аптечку, кстати, вижу. Аптечка прекрасна. Сколько у меня? А, у меня, мне отхилили? Это вообще великолепно. Блин, я так понимаю, нам сюда надо вниз. Ой, как темно! Ай-яй-яй-яй-яй! Исчезни, пожалуйста. Ну ты же должна исчезнуть. Ну исчезни, пожалуйста. Сейчас скрипт какой-то сработает, да? Это вот первый босс. Ну, в смысле, первый бой. Блин. Она сейчас развернется и побежит. Вот смотри, вангую. Да, конечно! Еще и 10 хп сняла с меня. Я так и знал. Здравствуйте. Очень красиво. Водичка. Опа! Что это? На фото одна из рук держит какой-то предмет. Вот в центре. Вот центральная рука, которая левее. У нее что-то в руке. Где вода течет? Здесь нет пластинки. Я так понимаю, здесь третья пластинка будет, да? А, не, вторая, получается. Первую мы два раза просто послушали. То есть в самом начале игры это та же самая пластинка была, что мы послушали сейчас. Так, оттуда мы пришли. Нет. Ну нам не... Ах ты что, хватит тебе тут бегать-то, а? Ой, как медленно мы идем. Фонтан под... Сохранение было только что. Ну все, сейчас какая-нибудь хрень вылезет, и нам придется с ней драться. Нормально. Нормально. Так ты ж... Кто живет в фонтане? Да хрен его знает, кто живет... А как ты дерешься так? Почему ты попадаешь-то по мне, а я-то по тебе почему не попадаю? Почему я по нему не попадал? Дубль 2. Возьми оружие. Тут, короче, анимация замаха ужасная. Он быстрее меня долбит. Давай, вылазь. На, не попал. На, да опять не попал. Да что, как? Тайминги нужны. Пять ударов он мне наносит, я умираю. Тайминги нужны, понимаешь? Он замахивается, нужно в это время подойти и ударить его, и потом отойти еще успеть. Очень неудобно. Раз. 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 Секунду, короче, надо ждать. Смотри. Раз, подходим. Раз, подходим. Раз, подходим. Хорошо. Раз, подходим. Хорошо. Раз, подходим. Блин, не попал. Раз, подходим. Блин, не попал. Раз, подходим. Хорошо. Да, блин. Да ты что? Ага! Очень неудобно. Ай, хорошо! Не попал! Хорошо! Ай-яй-яй! Ой, прекрасно убил! Аптечку надо срочно съесть.
аптечка хилит полностью. Прекрасно. Он тут, короче, еще медленно и бегать невозможно здесь. Он, то есть, тут как в болоте идет медленно. Так, вижу. Что я вижу? Рука. Прекрасно. Руки. Ну, это я понял, куда вставить надо. Руки мне... А можно снова сохранить, пожалуйста? У нас как-то бой был с боссом. Очень медленно идет, короче, меня это прям напрягает. Прямо очень неудобно. Что? Погоди, продолжаем. Надо было ответить тут кое-что. Очень важный звонок был. Блин, вот ладно, сейчас хотя бы еще вечер. Еще солнышко есть даже. Блин, ночью в такие игры невозможно играть. Она не страшная, тут просто все резко, понимаешь? Тут все очень резко и бесит. Просто бежим не туда. Проблема в том, что просто все... Да чтоб тебя! Откуда ты взялась здесь? Сейчас от тебя еще бегать будем, да? Нет. А куда ты делась? Так, ну вставляем руки, это понятно. У одного из манекенов отсутствуют руки. Молитва манекенов. Шкатулка. Музыкальная шкатулка. Зачем? Музыкальная шкатулка. Я понял. Надо пацану на ней сыграть. Пацану на ней сыграть, он даст ключ. Этот ключ мы вставим. Так, кто где? Просто бегу. Нафиг, просто бегу. Я говорю, если бы я... Если бы я ночью в эту игру играл, это бы был пипец вообще полный. Где? Я слышал ее. Пацан здесь, да? Нет, не здесь. Пацан, на. Эта кукла как будто следит за мной. Кукла? Хорошо, танцует. Ну, парень жутковатый, но не страшный. Спасибо за ключик, спасибо. Выблевал мне ключик, короче. Ключ, который выпал из куклы. Ладно. Так, опять сохранение было. Угу. Опять тайминги ловить. Ну давай, давай подеремся. Ну, алло. Ты не стра... На! Не попал! На! Да опять вот эти... Я не могу, я не понимаю, когда нужно бить, понимаешь? Тут еще узко так все. Ключик отдашь? Или забрал уже? Это ты фонарик выключаешь мне. И оружие всегда бери в руку. Сразу загрузилась игра. Включай фонарик, бери в руку. Давай драться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто она? 40 хп. Ну это баг, скорее всего, то, что я ее так зажал. Ну не знаю. Тут бои очень неудобные, короче. Колоссально неудобные бои в том плане, что... Еще кто-то есть. Колоссально неудобные бои в том плане... В том плане... Это скриптовое место какое-то, да? Неудобные бои... Это вот сюда, да, ключик? Ключ, который выпал из куклы. Нет, в эту дверь. А, неудобный бой в том плане, что ты не понимаешь, где вот этот хитбокс у противника. То есть ты вроде бьешь, но бьешь в молоко постоянно и не попадаешь. Так, тут где-то это. Да что опять с дверьми-то? О, это эти руки. Так, тут у рук где-то что-то должно быть. Вот. Рычаг возможно... А, вот этот рычаг туда скорее всего ставить надо. Ёп! РСТ, ты кто такой нахрен? Да блин, откройся ты дверь! Ну, у меня очень мало хп с ним драться. Чё, кстати? Там под ним какая-то ловушка.
Я бы подошел к нему, но сохранение слишком давно было. Там под ним какая-то ловушка. В этой плите есть отверстие. Крути. Да не было этого отверстия, я смотрел, там не было отверстия такого. Не было отверстия. Ясно, понятно, что за ловушка. Ты приседать можешь? Я бы тебя как-нибудь бы вот сфоткнул. А что, вам больно? Класс, красота. Че вы орете? Вы, надеюсь, хвататься сейчас не будете? Навесной замок. Можно попробовать сбить. Ясно. Стой, что-то подсветка вырубилась, не понял с чего. Так, вот это вторая пластинка получается. Сейчас нам ее надо принести туда. Бита бейсбольная, прекрасно. Аптечка великолепна. А сохранение было? А сохранения-то не было. Сейчас по-любому какой-нибудь... Блин, сейчас битва какая-нибудь будет. Давай схаваем аптечку. Да не гундите, тихо. Так, 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 я же говорил, сейчас бой будет. Это слоник? У него хобот какой-то висит. Блин, вот как с тобой? Так, ясно. Раз. Ой, не попал. Раз, попал. Не попал! Попал, хорошо. Да, блин, не попадаю. Не попадаю. Попал, два. Не попал. Три. Четыре. Четыре, хорошо. Пять, зажал. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Не попал. Девять. Ну что? Ну как? Ну... Блин, а как мне с ним разминуться? Да вы издеваетесь, что ли? Серьезно? Ой, короче, вот мы опять на этом месте. Сейчас опять эта бабулька тут будет. Вон бабуля здесь. Здорово. Давайте на этом моменте закончим, короче, и в следующей серии уже продолжим. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, обязательно нажимай на колокольчик, подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании, не забывай приводить друзей и подруг на канал, пиши в комментарии свои игрушки для прохождения, самые интересные, обязательно пройдем, залетай к нам в телегу, в дискорд и, конечно, в группу ВКонтакте. Все, ребят, с вами был Бояра, канал я, и пока-пока.